Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видеосерия для начинающих садоводов и огородников. У нас льет дождь, холод, невозможно вообще выйти в огород. Все помидоры, томаты, кусты почернели от холода и дождя. И если крупные сорта я вам иногда показываю в домашних условиях, то вот такие ранние для холодных регионов нужно показывать обязательно на улице, чтобы подтвердить свои слова, что они действительно не боятся ни фитофторы устойчивы, и не бояться похолоданий. Вот сейчас я покажу вам сорт Снегири. Это ранний, он давно у меня уже созрел, просто у меня руки все до него не доходили. Этот сорт именно идеально подходит для холодных регионов, для регионов с коротким летом. Сейчас, как вы видите, вот еще даже нет середины августа, он весь уже созрел. Просто я до него еще не добиралась, ну как собирала на семена, но не показывала. Это тоже низкорослый сорт, он низкий, кустик компактный, 35-40 сантиметров, но плоды могут вырасти 130-150 граммов. Вот такие хорошие средние плоды. Подходит и для консервирования. Нас, видите, тут град повредил некоторые, и у нас началась, ну как, немножко загнивает. А вообще вы видите, что кусты все почернели от холода, от сырости. Ну, сырость вообще неимоверная, но все плоды целенькие. Это сорт очень устойчивый к заболеванию фитофторе и другим. Вот кроме как травм, вот видите, от града, на них нет никаких ни почернений, ничего. И они тут дружно лежат все. Можно выращивать без посынкования, без подвязки. Видите, они какими компаниями. Выносят кратковременные заморозки, выносят засуху. Из-за своей компактности могут быть выращены и в кашпо, и на террасах, и в ящиках. Очень урожайный сорт, 5 килограммов с куста можно собрать, 4-5 килограммов, но при хороших благоприятных условиях. Если, конечно, будет сильно-сильно холодно, будет урожайность меньше, но все равно. Вот это сорт Снегири, многие спрашивают, какие сорта идеальны для регионов с коротким летом. Пожалуйста, вот начало августа, он уже весь дружно отдал урожай, он вас может порадовать в любых погодных условиях. Единственное, при хороших погодных условиях будет урожайность больше, при плохих чуть-чуть меньше. Но это естественно. Томаты, они живые, для них тоже нужно тепло, солнышко. Вот это сорт Снегири. Красный, круглый, ранний, холодостойкий.